Jambo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana. Всем привет. Сегодня 6 июля 2014 года. И мы ехали, летели 5 часов. Мы в Кении. Первый раз в Африке. 895 километров от экватора. У меня аж борода там порчилась. Едем из аэропорта в гостиницу. Климат обалденный. Мы чувствуем себя прекрасно. Да. Нам здесь очень нравится. Уже. Да, главное уже. Только, чтобы муха ЦЦ не укусила. Да, мы их пока не видели, этих мух ЦЦ, но мы надеемся, что мы их и не увидим больше. Африка прекрасна. Попали на действие проезда президента. Сейчас проедет президент. Кто-то едет президент Кении. Путешествие, возможно, будет очень интересно. Hakuna Matata.
Как апрель? Первый вечер. Мы сидим в местном ресторане. Пьем местное пиво. Да. Так, чтобы спалиться сразу. Да. Пиво называется... Погода... Тускер. Тускер. Вот оно такое, тускер. Погода прекрасная. Погода супер. Вокруг полно зелени. Вообще мы сидим, наслаждаемся воздухом. Воздух просто ни с чем не сравним. Пахнет какая-то вяжка, как в Шахуне. И очень похоже на Подмосковье. Нет, это похоже на Шахуне. Очень много загорелых парней и девчонок, а так, в принципе, похоже на какой-то вот хороший колониальный российский городок. С этим, с университетом Патриси Лумумбы рядом. Да, такой глобальный. Давай, за Африку. Центр города Найроби. Жизнь кипит, движуха, народ двигает куда-то. А вчера здесь стреляли с автомата. Бегал народ и даже что-то взорвалось. Но мы не боимся, потому что вокруг нас куча солдат. И они нас защищают. Мы закончили наш первый трип в Африке. Покорение Африки. Вот это бизнес-класс Кения. Надо иметь специальные билетики для того, чтобы пухнуть. Вот. Спасибо Африке, все было прекрасно. Еще бы регистрацию получить.